начнем. Статистика. Здорово, друид. Шептали. Надо было попробовать туда попасть еще раз. Я за тобой уже, да. Да, сбыл бы. Блять, я не хочу, чтобы меня ломало. Да еб твою мать.
Double edge. Да, мы замочили урода. Я что-то еще зову, блядь. Собираем рунки, чтобы скрафтить крутую пушку, и это ее надо много. Не факт, что получится потом. Кто-то вы были на изище. Доброе утро. Забыл раз. Кстати, у меня там не стоит. Сорян, у меня что не стоит этот? Как его? Блин, у меня не стоит. И Albion Online тоже? Странно. Я вроде поставил и Albion, и это. Блин, сейчас. Секундочку. Название «Путь к легенде Hearthstone. Покоряем мир Albion Online». Категория.
должно сейчас стоять. Хорошо. Посмотри, сейчас я вроде поменял. Должно быть. Ну как бы категория, да? Я там поставил еще Альбион. Как тебе вообще Альбион? Нравится игра? Амазело. Так, еще музыку сейчас игры выключу. Не дадут. Альбион, ой, Херстон будет, поиграй с утра Альбиончик. Она очень интересная, она очень долгая, это большая гринделка. Если хочешь, заходи, будем играть вместе. Тут очень много интересного, ну, вообще, очень много контента, очень много есть чего делать тут просто. Тут заходишь, и можно целый день залипнуть и не мать кого, что, блядь, не можешь что делать, знаешь? Реально. Мне интересные игры противопоказаны, поверь, мне тоже. Знал бы, какой я задрот был раньше. Сейчас это не задрот, у меня сейчас просто ситуация просто такая, что еще неделька есть свободное время. Потом будет как бы меньше, но буду стримить все, но меньше. Окей. Мид так мид. Мы разносим пацанов. Мы не можем вытащить. Мы не можем их убить. Полгода ложился очень поздно, это... Не понимаю, где. Ну, я когда-то, вчера я... Ну, я просто... Вот вчера я старался заснуть, я тупо не ложился очень долго. Тоже, вчера я
реально долго очень не мог заснуть, но думал, сегодня буду заходить в игру, по-любому буду спать. А этот вчера, нет, позавчера, то это было ужас. Я тупо не мог заснуть. Реально, я очень долго не мог заснуть. Я играл до 4 часов утра. Козло. Так, я поменяю. Тут очень поменяю пуху на хил. Он так долго дерется с ним. Сейчас третий день ложусь. Ну да, да. Это уже странно. 12 нормально, если честно. Главное, что ты высыпался. Потому что мне хватает сна реально мало. Мне не надо много сна. Хотя он хилит пипец как. Ну, попробую еще с ним. А я понимаю. Только не сочти меня за зануду. Почему? Ну, как бы. Я считаю, что это нормально. Ну, я знаю, что такое задротство просто. Я очень был. Одно время мы. Если не знаю, знаешь такую игру, как линейка или нет. В одно время мы с ребятами так рубали ее, что... Это было очень круто. Ну, по 8 часов это минимум. Это мы минимум тратили на эту игру. Серьезно? Если я говорю, у меня, если честно, очень все печально настроено. И я играю, я вообще стримлю с ноутбука. Я... Как тебе сказать? И вообще для стрима нужно два монитора. Один, на котором ты играешь, второй, типа, хотя бы маленький, на котором там сообщения, это все окна, ты все это видишь. Даже подписки. Я, по сути, мне когда есть там подписка на Halloween, все что-то есть, я не вижу этого. Мне это так раздражает. Я вроде что-то слышу, думаю, бля, там походу оно. А я даже толком даже не знаю, как оно и звучит. Я спросил, можно сказать тебе про ошибки в названии? Конечно, где я ошибился. Я просто по быстрочку. О, есть. Не, очень там быстро уж там. Давай, давай, я просто, может, побыстречку это все писал. А обычно. Серьезно? Покоряем. О, видишь. Ну, я
Украины просто, не знаю. И русский мне давался очень давно, когда его учили. Так что спасибо. Сейчас поменяю, а то некрасиво как-то будет. Я не обижаюсь никогда на... когда мне что-то рассказывают в ошибках, потому что, как бы, ну, блин. Ну, не силен я грамот. Я в математике посилен. Вот, кстати, да, и знаешь еще, почему еще, как бы, это, не знаю, наверное, оправдание, ну, такое для меня, но это глупое, но оно все равно есть, когда я говорю по-русски, а в школе учился украинский, и у нас, ну, писали по-украински, да, а думаешь, что по-русски, потому что у тебя в семье все говорят по-русски, это все, и я именно реально не... иногда очень путаю, мне надо переводить, короче, чтобы с украинского на русский, чтобы понимать, хорошо или как. И это меня всегда путало. Ну хотя я пишу по-русски тоже галимо, ну то есть как бы дебили. Я поменяю, спасибо, что написал. Бомблин, так. Попрощался меня. Нашел пати серьезного парня, с которым можно пофармить здесь. Тут такая типа прикольная подземелье. Появляется моб, ты его убиваешь, появляется портал, вы туда заходите, и в другом месте тоже такой же самый портал появляется. Вот. И получается, вы бьете за трех мобов, за боссов вот этих мини, мини-боссы. И... за этих трех боссов бьетесь. И потом в конце вместе стыкаетесь и... кто выигрывает поединок, тот молодец, тот забирает главный сундук. А главный сундук это хорошие бабки. Просто именно хорошие бабки. Ну, нам похоже, мне повезло, я попался с ним, и я ему нужен. И мы делимся с ним. Шмотом, а это круто. Тем более еще попался тип, который не развлекает. Да? Надо будет сделать так, чтобы больше, да, отображался. Наверное. Боже, как я написал покоряем. Это же покора. Это глупо, покора. Вот видишь, я типа пишу, как вот реально, как ты видишь, как пишу. Перстоны. Покоряем. А я, у меня что-то с чатом вообще случилось, типа, знаешь. Я, короче, там не улазил, и что-то нужно намутил. Надо будет сделать. Оно вообще как бы... короче, это так. Вот, игра очень крутая, игра... Хочешь спрошу что-то? Просто я даже не знаю, но её просто... она меня затянула. Она меня напомнила, короче, я... если ты знаешь, я играл линейку. Вот, и WoW. То есть она что-то мне так напоминает, что когда вот так заходишь в игру, да? И... ты такой, типа, ну не можешь выйти. Такой, ты говоришь, ну ещё секундочку, и я вот сейчас... ещё вот там пройду вот так вот, и уйду. Ещё чуть-чуть туда, и уйду, и не уходишь. Ты, блин, не можешь, это как в цивилизации. Если ты играл в цивилизацию, ты знаешь.
еще типа, еще ход, я иду спать, еще ход, я иду спать. Такая фигня. А вообще играю за друида. Ну тут, короче, тут нема таких классов, если ты вообще прознал, я знаю, что нема игры такие, да, наркоманы мы. Короче, я понял. Shift and click ok. Shift and click, видишь? Ну, сам еще узнаю про эту игру, еще многое такое. Вот. Если что-то спрашиваешь. Ну, интересно, то спрашиваю. Вначале помогу, чем это, если захочешь что-то играть. Либо смотри, как я играю. Либо, если понимаешь, что... Да. Переключился в хила, тоже чуть легче уже с ними драться. Жалко, мне уже пора собираться. Давай, Алекс, до встречи. Давай, до встречи. Я сегодня, извини, буду бухать. Тут уже, по-моему, у нас пятница, это святое, я его не могу кинуть. Он у нас парни, ну, как женатый, там проблемы. Надо выговориться за неделю. Но где-то в два я буду стримить. Престон. Давай, до встречи. А. Ага, о, есть. Спасибо. Спасибо. Пока он меня не прогоняет, нужен я. Это хорошо.
Dove devo più paura? Non c'è. Я вообще считаю, что я вообще круто устроился. Данжем. Блять, ну. А, нет, надо убежать. Бьются там, бьются. Ребятки. Что у меня там? 9. Мне надо таких рун 50, чтобы рандомно скрафтить артефакт, который поможет мне скрафтить пуху. Это... Это очень много. Надо фармить, потому что мне попалось на копье. А мне нужно посох друида, блядь. Деревянный красивый посох. Прикольно, как здесь музычку играть, а? Звуки игры и джаз. Хотя я не думал, что я тут буду по упаше полетать, так я думал, что я буду собирать травушку до этого. Да и не париться.
Качается шмот. Где ты? Ты все, умер? Что это такое, блядь? Это мах. Щитом. Да, он меня завалил. Он уже зашел. Умер и уже зашел. Это круто. Не уйдешь, не уйдешь. Ой, меня убивал тебя. Ха-ха, привет. Подскажи, где черный рынок? Я не знаю, где черный рынок. Я сам только разбираюсь в игре. В большом городе, наверное. А тут есть черный рынок. Настя. Не знаю, сразу. Если есть черный рынок, найдешь, подскажи. Бля, я реально только во втором городе был. Типа, начальный город или второй? Я еще сам познаю эту игру. Спасибо, что сказал, что он есть. Я буду узнавать. Yeah.
Интересно, что есть на том черном рынке? Черный рынок, блять, эта игра настолько крутая, что черный рынок, я охерею просто. Надо ждать, чтобы получилось. Ну, появилась летучая змея. Демон. Преисподний. Я так понял, они все качаются с ядами, типа. Посмотреть. Да, они все тогда через капюшон будут весь яд. Это ясно. Все здоровье. Тоже через яды, если бы был бы не другим. Может когда там? Когда там? Белый седой мужик. Какая сегодня прекрасная погода, Кеа. И пятница, это шикарно.
Так. Сейчас будет бой. Это было легко. Ха-ха-ха, потому что у меня есть крутой чувак, блядь, убийца, блядь. Надеюсь, никто не зайдет. Игрой даже не могу, невозможно покушать сырок. Крутой лук у меня, да?
В принципе, орхидеон не прикольный, но интересно, или есть уго яд, то есть если он со стрелой и яд. Это было бы очень интересно опробовать. Яд тут очень сильно бьют. Он не актуален. Оделся по красоте. Они там решили зафармить весь этот данж. Уже без шансов, да?
Нравится, вот она, отлично. Воу, not good.
Все, микрофон выключился почему-то. Сорян. Говорю, что... Я не знаю, с кого у меня. Говорю, что я этот... Не до фракции еще не добрался. Тебе лучше спросить где-то вот, если увидишь, что кто-то пишет в чате. Что ищет там хила и это. Ну, ребят, посерьезней. Я им писал, потому что я много чего там узнал. Я даже не знал, как руны, типа, спаивать, знаешь. То есть тебе, наверное, спрашивать лучше там. Потому что я сам только разбираюсь. Ну, грубо говоря, я играю четвертый день, так вот, осознанно. Так что извини, что не смог помочь, не знаю. Иногда микрофон выключается. Вот. Не знаю почему. Обычно это когда кто-то мне пишет так, типа Viber, где-то, по-моему, что-то так случается. Кстати, я данный момент никто не написал, не знаю. Хорошо упало. Да, ему получше-то упало. Ну, если бы не он, то я бы так не лазил здесь. Так что все равно спасибо. Четвертую книжку можно сделать. Так, вот, да. Ой, подписывайтесь, ребята, будем вместе разбираться. Что-то мне подскажете. Потому что мне очень нужна помощь даже в этой игре. Раздупляться. Что-то так как. Оба, мы на...
però. 3 bombe. Зря вот дерзкий так. Убьет и перебегается. Уа! А, число вражеских игроков в этом регионе было. Все-таки игра. Странно. Не падает то, что надо. Ну, вообще, в идеале, конечно, которая бы там пушечку мне была, как бы зашла. Особенно магическая. Особенно 4 ранга. Особенно артефактная друидная. Очень хочу. Ну, баблишка приходит. Нет, это хорошо. Вчера с моим... Блядь. С моим... напарником, не этим, другим, с которым я играю, купили кабанов себе за 16 косарей золотого, типа ему одного за 16, не за что. Ну я купил, у меня деньги были, блин, у него денег, но он куда-то их тратит. И он только пришел был в игру, его убили, забрали все, он только в трусах был, даже осла не было. А без осла тут никак. О, вот это хорош. 8 штучек. Так, есть тут мышь, нет? Есть мышь. Есть мышь, и это идеально. Я, конечно, как здесь желтый. Как жить без серебра? Без серебра никак. Где же наши сопернички, а? Опа. Сейчас будет бой.
그것도 다 보여요. Есть, мы сделали их. Они по своей вроде были. Да. Но у них маг посильнее был. И фью. Видно. Что, парень из простых. Но мы тоже не утром шиты, да? Thank you.
Ну, кто-то шмот постоянно забирает, не? Я что, начинаю уже ноги, да? Не, нормально все. Парень реально четкий. Короче, с кастетными парнями. С ними очень не стыдно. Бам! Хорошо. Что-то могу уже там ездить. Приключения стал. Трисочный тушка. Да. Мне нравится этот фарм. Блин, хорошо, этот канал мудички, да, такой? Напрягающий вообще такой. Я даже спал бы под ним. Слушай, можно его реально ночью включить и спать под него. Follow me. Команда какая-то там написана. Прикольно в том смысле, что это все равно какой-то фарм, да, вроде как бы для этого смена одинаково, но ситуация такая, что тут и ПВП есть, и тебя могут это убить. Неплохо. Хорош. Копейщики очень сильные, кстати, ребята. Если хочешь только качать копейщика, то маска реально, блядь. Ну вот. Идем. Копейщики, да. Очень сильный скилл. Кофе кончилось, пора наливать водичку.
Так, водичка. Вот она, моя водичка. Надо сегодня купить, кстати, потому что... Сегодня пятница. Сегодня будет культурный бухач или не культурный. Уже зависит от ситуации. Реально. Вот это не на смысле мне отслеживать. Топор отслеживать. Приключения скинь. Тоже, наверное, на наемный. Да, ну, шмот падает ему, конечно, хороший, спору ноль. Да пофиг, ну реально, блядь, если б не парень, то я бы ничего не сделал. Все. Интересно, кто у нас здесь будет. Шляпа мне не сильно нужна. Это уже неплохо. Наверное, магики, ребят, от
одежников. Но это все субъективно. Я уверен, что есть такие маги, которые, блядь, разрывают на клочки. Денежек 30 вчера потратил, сегодня получил. Это такое понимаю. Королевский сапог из Натака. Что это за сапоги? Чего они вообще делаются? Слушай, так это Андрюша. Так Андрюша, наверное, там, наверное, вообще типа отписывается от счастья. Это что? Капюшон наемника. Такое. Да, Мартурию. Ах, штурчику. Что-то никто не пришел, блядь, этому очень там до. Неудобно поставили. А.
в этот раз никто не пришел. Сейчас попробую, если нету. Может, я не пойму. А муж есть. Меня кинул четкий пацан. Меня кинул четкий пацан. Плохо.
попробую один раз и что мне получается пишите. Мне тут не хватит любого. Этих хватит. Это подземелье здесь, ебать. Там тоже такое типа есть. Может, еще раз найду кого-то. Кажется, я больше урона начал получать уже. Из-за того, что я... Попробую один. Как бы я бегал уже один. Но... Если там пачка серьезная, то мне, конечно, не понравится. Да, это нереально. Не из-за того, что... Потому что... мне, походу, броня уже, типа, ослаблена, и я себе... Ну, не так хорошо чувствую. А так-то я его убиваю, но раньше он меня не так сильно бил. Фа закончилась. О. Интересно, кто умер или это? О, невозможно, что его убили. Если это живой, то, наверное, его убили. Да.
Совершенно. Так ничего. Блин, я ни хера толком не падаю, так обидно. Хорошо. Блядь, не успел. Заказ быстрее сделать, что ли? Да, я не бью сильно. Обидно, там шмотки падали, блин. Буду пробовать. Если будут ребята какие-то сильно заходить, то, наверное, я удалюсь. А если нет? Ну, тебя убили. Я надеюсь, он не будет заходить. Там больше никто не захочет. Давай шматару, шматку какую-то, давай. Тише, меня интересует ящик. Наверное, зависит, если спать, как этого получше, наверное, будет. Наверное. Никого нема. Портала нема. Глядишь, может, все в школу пошли или спать после ночного.
Deixa eu ver bem o grau. Я на краешке стою. Давай, бро, нашел. Не веришь, что я не знаю, что делать? Все, я понял. Все, это последний заход, бо я очень поломан. Да, все, надо на корову, блядь, бежать. Был бы какой-то серьезный парниша, хотя бы один, блядь, атаку держал. Был бы что-то атаку. Так, путь в город. Хотя, в принципе, можно, конечно, прийти. Ямка. Ямку надо бежать. Все, лучше по дороге бежать. По дороге никогда не про... Ой, не просрешь путь. О, баба голая. На быке. Четкая такая, да?
нормальных животных. Сколько ты времени? Ой. Сейчас мне починка будет стоить, наверное, косари 5. Вот здесь лагает. Кстати, моего кореша тоже лагает именно здесь. Писа у него там 16 оперативы. 5 косарей. Чини меня. Отправляемся к сундуку. Будем надеяться. Ничего, завтра смотрите стрим. С Андрюхой мы будем. С воскресеньем. Субботное воскресенье ночью. Покорять этот номер, блядь, надо. Главное, что там противников сильных не было, так будет все четко. Блин, каких так много надо, их так мало падает, что это ужас. Эти тоже нужны. Капюшон, дети. Так, 50 штук. Что с краским пальцем, мазафака? 526. Бля, если это... Я сделал себе посох сразу же, ребята. Артефактный друидский посох. Ла-ла. Это будет феерия. Главное, чтобы не какую-то кокулю мне дала, так? Орлик, да, охотничая. Все, готовы. Давай, ну пожалуйста. Чего это мне? Зачаривание подметки. Короче, уже не то.
Вести их смерть, свести их смерть, с косами, блин, это ж... Ну что, что-то нужно? Где бы такое? Что я ищу? Вот он. Блин, она так лазутчик. Это что такое, обувь? Кстати. Я что-то слышал про вот этот лазурщик. Блин, можно взять его? Уже что? Обработанная кожа. Она будет сделать, потому что смысл она будет лежать. Обработанная кожа, а для обработанной кожи нам кто нужен? Андрейка. Он у нас кожевник. Обидно это когда... Проверим, чем бы не вдруг. Может получится мне сделать, я не помню, но я походу не смогу кожу сделать. Я походу кожу сделать не смогу. Дерево. А вот ты с кожи. Не, мне нужно, бро. Вот этот говорит. Ага. Простая кожа нужна. Сейчас. Девушка, мы не сам. Девушка.
Abraçado, essa coisa foi mesmo, som do quanto. Бегаю с книжечкой. Хочу брелок такой там есть. Охрененный брелок. Он добавляет. Я брелок по-магический, блядь. Переработка. Пора забрать. Так оживительство не прокачивал просто. Блин, в принципе. Я на аукционе, конечно, там могу купить. Просто еще даже не знаю, сколько нужно. Наверное, надо. Трошки. Или уже Андрея подождать. Боже, а мне, наверное, 8 нужно. 8 сапог. На кожу на сапоги, да? О, 8, боже ж ты мой, ну как так нельзя, да? Это все равно делать, что ж так. Что ж так-то? А, я не могу. Все ёханый бог, глава. Нафига они такое сделали? Сделали бы, чтобы не прорисовывались люди. Нахера мне люди в городе? То есть, если кого-то ищешь в пати, то если, помнишь, поменялись, чем надо, да? Ни
Добавил в друзья. Посмотрим, сколько я сейчас потрачу. Если все равно, ну, типа, немного там. Если тысяч. Понятно. Если пару тысяч, то пофиг на них. Да, еще, блин, дуэли, короче, здесь вообще идеально, блин. Боже. Простая не продается, не магическая. Восемь тысяч. Шесть косарей, блин. Подожду лучше Андрея, ну нафиг. Что-то 6 косарей я зарезал. 6 косарей я зажал. Уж извините. Я вообще могу их надеть? Что я хочу их скрафтить? Ну, скрафтить я по-любому крафчу. Буду крафтить их. Просто я даже их надеть не смогу. Не. Не можно носить. А потому что надо носить агильные. Так, что там у меня? Все хорошо. Мы выходим отсюда, где мы тут. Посмотрим, не знаю, зайти в кто-то тут. Заходить ли в этот... Опять же, в те пещеры пробовать. Надо кого-то в пати найти хорошего. До Майера такого типа. Хотя бы на Т4. Либо. Правильно. Oh.
Давай, приди, какой-то парень. Серьезный такой, типа. Да-да. Так, я хочу каст, наверное. Да, нормально, самое комбо. Но он-то посерьезнее будет, тоже друид, чем я. Можем вместе пойти. Будешь в группу, не? Ну то иди ты, пень. Угу. Бля, давай, дружишь ты мой. Реально никого не будет. Потейку, блин. Там они такие не сильные, блин. Давай, бро. Ну давай, блин.
Только так. Набери слабую пасть. Где ты был раньше, дебила кусок? Ну пошли бы вместе. Не лагай. Боже, залагал. What the fuck? Все. Ну давай, не. Нет, не надо. Нет. Ой, боже ж ты мой. Что такое? Пошаришь? Ну пошли. Да не бей их! Глупый лосишка, гоу. Ты глупец, блядь, или шо на? Я понял. Давай. Покинь мне группу, блин. Ну, в принципе, я ему ничего не объяснил, но, блин. Я ж вижу, видишь, что я пробегаю. Идем, бьем, его, и все, пока тут как. Блядь, ни хрена.
так, не лагаю. Даже не знаю. Надеюсь, там кто-то шаулить будет. Типа меня. И тупо я выиграю на скеле. Парень, походу, не сильный, потому что он был уже давно не запарный. Дай добить, а. Ой, так он, не, так он серьезный, походу, это, наверное. На одного я убью. Не хочу спать, я буду играть. Ты тюлень. Ты, давай, лучник. Окей, давай. Иди, тюлень. Да что у меня там? Thank you.
сейчас выйду, сделаю перерыв. 30 минут буду хорстом. Я сейчас попробую, но блин, реально может подойдет. Че, много сделал? Все, надоело. Кто нажал? Сдох. Ну, идем наверх. Кто-то пришел. Я уже побитый.
Блин, ну жалко, что он ушел. Короче, я починюсь. Город. Буду... Отдохну полчасика. Буду харстом своей колодкой. Наша, на Хантера. Вот. И что? Да. Надо, чтобы перекусить, наверное. А вроде нет. Кожный. Мимо компаньона хорошего на ту аренку, в ад. Фарм там хороший. А двигать не маскин. Беда. Вон города, наверное, выйду, блядь, когда зайду в игру, то охренее, наверное. Что потока людей. Сейчас на релаксике. Быстрее от дроуда. По семечку. О, ну тут я потерял, конечно. Пару забили и... Где ты теряешь, где находишь? Во-во-во, что такое? Выйди с этого города. Блин, нахерена они прорисовывают? Я тебе говорю, моего друга 16 тих пердил, и у него здесь лагает. Не надо столько прорисовывать людей, нахера мне смотреть на них кабанов, блядь, то есть. Бред, что это? Губцы! Все. Здесь и выйдем. Выход из игры. Вот. Тогда, ребята, сейчас через минут 20 будет этот стаун. До встречи.